Уважаемые друзья, цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Я представлю себя в военной кампании. Наверное, слышали, чувака Вагнер называется. Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру. Да? У нас 5 минут на раздумье, пока мы туда заходим. Дальше, пока здесь, решай. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает, никто не сдается в плен. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России.